Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся у Железова в Сибири за компьютером. Вот. И сейчас будем комментировать статью моего молодого друга. Вы поверите, что ему 20 лет, но это будущий крупный журналист. Это видно по его работам первым, 20 лет. И садовод, который уже многое умеет, черви, гумус, искусственный, сделанный своими руками. И профессии, правда, гуманитарные. Теперь, как он подписал статью, которую я должен сейчас прокомментировать. Вот. Автор статьи Артем Андреевич Семенченко. Я бы выделил крупными буквами. Вот. А, знаете, я схитрю, раз я не могу. Это статья защищенная, тут я ничего сделать не могу. Я тогда вот так вот сделаю. Во, вот так вот. На весь экран. Во, Артем Андреевич Семенченко. Сейчас я проверю, идет ли запись. Так, есть, запись есть. Пойдем дальше, посмотрим, как у него со звуком. Надеюсь, хорошо. Так. Так, так, так. Поехали дальше. Итак, у него есть канал на YouTube. Вот это. Вот. Заглянем на секунду. Так, это я так умею заглядывать. А, действие запрещено. Ладно, ну, наверное, потому что канал защищенный. Вот, на данный момент. Теперь, у него два консультанта. Это Железов Валерий Константинович. Вот мой сайт, вот мой канал. И Саня Валерий Александрович. Это, значит, второй консультант, он живет на Украине, в Сумской области. И Дмитрий Рущенко, автор некоторых фото, канал Дмитрия. Вот смотрите, сколько нас, какая теплая компания собралась. Русско-украинская или украинско-русская. Вот, теперь я начинаю комментировать. Но для этого мне нужно отключиться примерно на несколько минут, мне нужно проверить звук и все прочее. Я уже одну сделал, эту статью прокомментировал, оказалось без звука. Так, друзья, еще раз проверяю запись. Вот, обжегся, испортил целый фильм. Ну, смотрим дальше. Итак, я для чего вызвался сделать голосовой вариант. Во-первых, прибавится в неделе, а во-вторых, просто-напросто исправление, которое Семенченко Артем принимает всегда с благодарностью, будут полезны. Итак, Персик Хасанский клон Железова – это будущее промышленных садов. Запятая, выращиваем их для переработки плодов, переработки, видите, уже переработки, и сбора косточек для подвоев. Вот, это возможность выращивать полезную продукцию для нашего здоровья и для здоровья нашего будущего, наших детей. Так, все подряд комментирую. Первое. Просьба вот это выделить как заголовок отдельно, чтобы в глаза бросалось. Будущее. Вот. И
Ой, а ведь это и вот это тоже будущее. Так. Возможность выращивать продукцию. Ой, какой длинный получается заголовок, но это не его головная боль. Теперь пошли фотографии. Значит, это начало, середина пути. Это первое поколение, это триумф невероятный в Сибири. Есть отдельная история. Да, подчеркиваю, не украденные. Это отдельная история. Это с первой фотографии сад мой, справа сад мой, не укрывные, подчеркиваю. Вот, нижний ряд, слева сад мой, а вот это сад Чернобаева, сад дублер. Почему? Потому что нас два единомышленника, и все персики, которые у него, это выращены из моих саженцев, и из моих черенков, и из моих косточек. Вот так вот примерно. Вот, теперь смотрим на эту фотографию. Смотрится, да? Вот. Сибирь. Но сразу подчеркиваю, это мой саженец, выращен в кустовидной форме. Я должен комментировать, потому что мои люди нюхали-нюхали. А по-разному, ах, какая мелочь. А другие, ах, не может быть Сибирь. Это укрывная форма, это кустовидная форма. Вот. Потом, возможно, какие-то детали я оглашу позже. Вот. Это сад Чернобаева, саженец мой, сад его. И форма дерева, оно потом расплылось, как бы, форма дерева, которое я назвал термос. Подробности потом. Надеюсь, заинтересовал. Ходите ли такие сады в Сибири? Но это его направление, подчеркиваю, Чернобаева, а мое направление неухоронное. И я частично достиг успеха, только что урожай получаю не каждый год, а через год. А второй год по суше Чернобаева, потому что косточки мы реализуем вместе. Так, ну поехали. Итак, как бы теперь все это в виде сжатого. Россия, Сибирский округ, город Саяногорск. У нас слово «сибирский» – это без мягких знаков придется убрать. Так, сад Железова, персик Хасанский, Холм-Железова. Почему Холм-Железова? Вот, сейчас быстренько. Ну, я не виноват, это же мне так надо. Мне так надо. Вот. Сад Железова. Фото персика. А, вот это вот мои фотографии, не все, за первые годы. Значит, смотрите, куда нам до Украины? Это мой сын Артем, это Новая Каховка, Украина. Так, это, буквально, коротко-коротко, значит, первое выращенное мной дерево из маленькой веточки, которая замерзшего персика в поселке Сизой была мною обнаружена и сделана прививка на жесткий абрикос. В зиму ушли полузелеными, мелкие, 20-30 грамм. Потом они увеличивались, следующее поколение увеличилось, на первые два персика, это мой триумф, уже не ухрывные. Вот, еще одни, ну, это фотографии, сами видите, это любительские, с тех времен, когда цифровые фотоаппараты даже не мечтали. Вот еще вот это покажу. Так, и пойдем дальше по тексту. По тексту. Сейчас еще может что-то привлечет. Вариант развития. Я тоже попробовал, себе все-таки. Как вариант, видите? Вот такие персики получились, вот такие вот. И где-то. А, еще вариант. Прививка на войлочной вишне далеко не пошло, но все-таки пару урожаев получил, прежде чем замерзли. Ну уж извините, Сибирь, матушка. И наконец же показать. А, вот это вот урожай, первый урожай в теплице. Плоды уже 50 грамм. Это уже было достижение, началось 20 грамм. Потом они увеличивались. Потом они уже стали вот такими. Это максимум. Все, мне надо вернуться. Вот почему?
Потому что вот это потом, вот она, что это, Чубдарма-Чернобаева, это интересно. Укрытие интересно, вот такое укрытие, вот такое укрытие. А ладно, смотрите. Можно вот полукрытая форма, видите? Знакомьтесь, кто не знает, Елена Александровна Савинич, аспирант, моя помощница, моя духовная дочка и единственный мостик с наукой. Раз. И вот это вот все покажу. Укрытие на первые годы. Все, нам некогда. Возвращаемся к нашему персику и к нашей статье. Надеюсь, эта статья будет опубликована, есть такая надежда. Уже не в России. В России уже кое-кто отказался ее печатать. Похожую статью. А остается Германия, Польша. Вот. Так. Возвращаемся в Сибирь. Персик Хасанский, Кулджа. Почему клон, вы уже догадались? Начал Светочки. Имеет много преимуществ, как над подвойными формами персика, так и над культурными. Заметьте, и теми, и теми. Итак, возможность выращивать из косточки без прививки. Полное отсутствие нужды в обработках ядохимикатами. По крайней мере, у нас на севере. Генерал Мороз работает. Абсолютно не требует обрезки. Да, это мой принцип. Любая обрезка в достаточно суровых краях, она опасна, смертельна и как минимум глупа. Хотя продолжается агитация вплоть чуть ли не до этого самого. Не до Норильска Воркуты обрезать. Вот. Засухоустойчив, да. Вот. Потом ниже увидите мою фотографию. Завязывает урожай даже с холодной и неблагоприятной весной. Тоже верно. Он какой-то персики самоплодные, не нуждается в опылителях, значит, пчелы в качестве этих переносчиков. Пыльцы в данном случае играют минимальную роль. Имеет три направления реализации продукции. Переработка мякоти на разные виды продукции. Ну, давайте разделим. Нам с Русьяном лишь бы наесться. Первый этап. Про это речи нет. Но статья касается и Украины, и России, а заодно Беларуси, Казахстана, Прибалтики и так далее. Поэтому, на всякий случай, правильно Артем написал. Переработка мякоти на Украине – это уже реальность. Продажа в Украине, называйте как хотите, продажа косточки для выращивания подвоев или для расширения садов данного сорта. Вот, мы с косточкой уже с Чернобаем реализуем на пару. Так, и еще Мезина, вот трое. Мои косточки, мои плоды уже во многих садах есть, и это будет отдельная тема. Вот. Я ее только обозначу. Только обозначу. Только обозначу. Вот это вот папка. Очень большая папка. Абрикос уцелел, т.т.т. Вот. Оказался крупнее, видите? Допустим, абрикосы. А вот урожай персиков. Последние созрели 4 ведра. Вот. И пошло. Персики, абрикосы, здесь невероятная папка, которая не может быть никогда, вот, потому что этого нет ни в одном научном саду. Вот. Опять персики, опять абрикосы, опять персики, опять абрикосы, опять персики, абрикосы, заодно яблони, груши, персики, абрикосы, вот. Даже листать сейчас очень долго получается. Вот. Мы с вами прорабатывали эту папку, еще один раз прорабатываем. Видели, сколько песков мелькнуло? Это вся Россия. Вот. Дальше пойдем. Итак. Переработка. И новое появилось следующее. Оно появилось в результате нашей дискуссии по подготовке этого фильма. Переработка ядра косточки на масло для косметической и медицинской продукции. Смотрим. В отличие от других подвойных сортов персиков,
манчжурский, араконевецкий, сибирский, который тут в России. У нас это ничего не распространено. Кое-что я услышал впервые, хотя считал, что многое знаю. Итак, вот эти вот сибирские, араконевецкие, манчжурские являются самыми развитыми в мире на их фоне именно осанский. Дальше давайте посмотрим на эти цифры. Значит, так, казанский персик, здесь написано так, выдерживает морозы до минус 40. И цветочная печь, почки до минус 36. Значит, Антон, пожалуйста, ой, Антон, Артем, пожалуйста, сделаем так. Здесь должно быть добав сноска или там в скобках, будучи привитый на самом расстройке в мире по двое, манчжурский абрикос и китайские сливы. Вот. Вот эти цифры тогда держат. Тем более, вы, наверное, от меня их услышали. Значит, скидываем минус, там, допустим, пусть будет до 35, 34-35 вы держите, если это сельцевые персики хасанские, так, клон Железного. И при этом надо, ну это может быть для фильма, здесь-то все невозможно учесть. Вот. Поэтому написано самое главное, это с моей подачи. Морозостойкость цветущей почки достигается при определенных условиях. Слабая зимняя ветра или их отсутствие. Достигается путем посадки лесополос по мере садов. Отсутствие поздних весенних заморозков. Постепенное вхождение в зимний период. Молодец, это. Артем, ничего не забыл. Почти ничего. В то время, как у многих культурных сортов персиков, цветочная почка не уезжает даже минус 27. О, южная сорта, Южная Европа, там вообще, дай бог, 15, если выдержит. А в некоторых случаях при температуре 27 погибали даже ростовые почки на культурных персиках, продолжалась кора и древесина. То есть разница между цифрами, смотрите сюда, сюда, сюда и сюда. Мне один из, как бы автор, один из консультантов, вот, который для нас является необыкновенным авторитетом, вот, необыкновенным авторитетом, так, Салей Валерий Александрович, вот он рассказывал, что когда у него было 27, год или два назад, у него случилось следующее. Хасанский дал урожай, так, а какие-то канадские замерзли, а какие-то подмерзли или просто пропустили урожай. Вот даже так. Вот. Поэтому давайте еще сравним. Минус 40. Так, привитый. Цветочная почка 36. У меня были отдельные случаи. Видимо, зима благоприятная в плане, допустим, может, хорошо вошел в зиму. Вот. Было и такое. Значит, почему я еще? Это учебное. Даже, наверное, будет несколько фильмов. Люди устают от длинных фильмов. Сейчас дойдем до какой-то точки. Но я не могу не... Так, не могу не... Нет, пока не буду отклоняться, а потом еще кое-что добавлю. Вот, читаю дальше. Отличие от горького несъедобного польского манчжурского персика, который повсеместно используют для подвоя, персик хасанский не только съедобный, но еще и вкусный. Имеет кисло-сладкую, сочную, ароматную мякоть, которая при полном созревании становится полностью сладкой. Цвет мякоти кремовый, почти белый, с отдаленным желтым оттенком, имеет тонкий слой красно-бордовой мякоти. Так, болидол под язык. И смотрим. Вот это вот, ну, с Россией мы сейчас закончим. Поэтому что-то мне надо будет добавить. А, значит, на днях мы снимали фильм вместе с Чернобаем. Еще раз говорю, это сад дублер. От меня перенесены десятки сортов, в том числе и персик хасанский. Так. И
мы с ним сравнивали. Итак, в среднем плоды, конечно, у нас мелкие, 40-50-60 грамм, но когда какой-то один потянул на 90, это исключение. Итак, стоим рядом два персика, один привитый, один не привитый. Привитый на второй год наплодоносил. В принципе, так и есть. Они очень, это очень быстро плодоносят. И привитый на третий год. Плоды одинаковые, внешне. И вкус мы пробовали, различали, различить не смогли. Итак, наверное, если вспомнить его происхождение, я пытаюсь понять. Ко мне женщине поселок Сизай, он попал совершенно, то есть непривитый и совершенно замерз ту страшную зиму, когда было длительные 40-градусные морозы. И тогда получилось так, что я получил мелкие плоды, 20-30 грамм, самый первый урожай, уже привитый мной, на мазурский абрикос. Уж настолько мелкие были, как я чуть не сказал, как горох. Вот, так образно. И тогда я подумал, наверное, у него была длинная предыстория. Наверное, раз он хасанский, шел он с Китая, понятно, на север. Никто никогда не прививал, такое в голову не приходило. Поколение за поколением, переходя в все более жесткие условия, в таких случаях персики или вымерзают, или как бы приспосабливаясь, выдерживают те, которые помельче, но которые побольше. Помельче, но побольше – это свойство деревьев сохранять свое потомство. Это одно из свойств, заложенных в его геноме. И тогда, дойдя до Маньчжурии, потом до Приморского края, потом попав уже ко мне, то есть к той женщине посылке, сельцу и ко мне, он такой мелкий оказался. Но вернуть культурное качество можно и нужно, и уже много есть фактов. Я показывал, листал, у большинства они крупнее. Чуть-чуть климат получше, чуть-чуть условия получше, он уже укрупняется сам по себе. Вот. И мы, получается, имеем, правильно написал наш друг Артем, это получается абсолютно идеальный случай. Даже в Украине, чтобы вся Украина была полностью заполнена, но там тоже может быть и 30, всякое бывало. И тогда урожая персиков нет, а ему по барабану. Вот так. Я уж так образно говорю. Значит, заканчиваем первый фильм на этом. Потом дальше смотрите, что будет. Анонс. Итак, Украина. Узнаете про это. Это наш друг Сали. Вот эти чудеса, видите? Нет, вот. Шумская область, персик Хасанский. Потом уже 83 грамм, про это потом. Дальше снова Украина. Дальше это моя фотография персика Хасанского, снята ради стержневого корня. Вот это его гигантское преимущество перед остальными. Это дает ему шанс иметь возможность. Это я заранее, извините, качать антифриз. Антифриз – мое слово. Люди знают, что это такое. Значит, наиболее незамерзающий раствор качать из глубины, а значит, у него повышенная морозостойкость уже из-за этого. Чем мне надо прекращать, то только долистаю. Наконец, Россия, Сан-Зелезова, вот. Украина, опять, еще здорово так. Вот, урожайность. Вот это, по-моему, Сали. Так, Сумская область, да. Вот. Ну, вот так построил статью. Украина. Вот. Ну что, полидол не забыли?
Украина. Вот. Здесь что у нас? А, это Украина. Здорово. Вот это персик, вот это да, вот уже до 100 грамм дошел. И, наконец, Россия, Братская область. И когда мы дойдем до этого, в следующей серии, во второй или в третьей, вот, немножечко можно даже именно для фильма расширим эту тему. Все, друзья, на данный момент я останавливаю первую серию. Благодарю за внимание. Вот. Кстати, раз это мой фильм, чуть-чуть реклама. Косточки еще есть, которые выращены в моем саду, в Брянском саду. Так. Вот. И, наконец, Чернобаева. Ну, у нас с ним сады рядом. Между нами только Енисей разделяет. Все. Первая серия закончена.